Ну что, ребятки, начинается у нас вторая катка с Бальтазаром. Показываю. Бальтазар из Хир. Закрываем страничку. Там у нас, как обычно, палим ВК. Окей, все, это тоже закрываем. И let's go, ребятки. О, опять за сентов меня кидает. Это очень-очень хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас по составам, по командам. Очень хорошо СП-шку Зар скидала. Хорошая ЦМ-очка попалась, ребятки, очень хорошо. Очень хорошо. Вот так, за Скоржей меня кинуло с Бальтазаром. О, щит. С Бальтазаром закинуло меня, ребятки. Надеюсь, Бальтазар не будет фаниться. Let's go, подушим. Подушим чуть-чуть. Язир там играет. Язир. Так. Что будем делать? Что будем брать? Интересно. На линии... Ой, на линии. На шторме мы сыграли. Что у нас еще имбовое в 80-80, как говорится... 83-й карте. 83-я карта — это весело. 83-я карта — это интересно. Это интересно. Ну, можно Лину в центральную поставить. Go combo. Someone support me, Axe. Let's go, Лину. Центральную. Mid. Погнали. Центральную встанем. Зет, кстати, тут имба на 83-й карте. Ну, Лина тоже неплоха. Давайте покажем на линии, что мы можем. Так сказать, что помнят старые кости, как говорится, старые косточки, что помнят. На 83-й карте Лина, не знаю, посмотрим, что. Блин, если честно, вот я сейчас окна закрыл, и очень плохое освещение становится. Обычно от мониторов очень хорошо подсвечивается. Но я покажу сейчас, что я не стрим-снайплю, ничего не делаю. Вот, просто открытое окно, браузер, там ВК, вон, видите, и все. То есть больше ничего нет. МХ тоже там нету, если что. Я с МХ не играю, презираю всех, кто играет с МХ. Ой, лайфстилер там, Lord of Olympus. Жесть, будет тяжело. Если затянем, это будет очень-очень-очень плохо. Юлзар. Просто тут слабенький на 83-й карте. Так, No swap. Моды. Так, Куру не дается опять Кура. Блин, вот это бесячая тема, Кура. Не дается Кура. Так, руны мне не помогут забрать. Да, вот сюда опасно спускаться. Я не могу юзать Куру, парни. Why? Коур is not share. Енисеев, привет. ГГ. It's shuffle player. It's GG. It's GG. It's not shuffle, it's GG. Но без курьера мид буду стоять. Печалька. Так, Бальтазар идет сразу до 2 тэшки. Там взяли просто под контроль Бальтазара. Это жесть. О, еще и Войда взяли. Это ужас. Войда еще взяли. Так, ну тут стики, я не знаю, мне придется стоять без стиков. Это печально, парни. Это печально. Так, одну тычку даем, Теор продамаживает и добиваем. Ага, добиваем. Добиваем мы там. Надо было Куру брать центральную, парни. Куру центральную брать. Это печально максимально. Без стика, без курьера. Это GG. Чалька будет. Ничего страшного. Я думаю, потянем. А, он сейчас ботл себе принесет. Это будет вообще печалька. Это будет печалька. Зевс тоже, кстати, сильный на 83-й. Зевс очень сильный герой на 83-й. О, это жесть просто, ребята. Без Куры, без стика — это печально. Без Куры, без стика — это ГГ. Давайте Куру себе возьмем. Уже. Боже, что я взял там? Кларити, Цирклет. И вообще надо сейчас слить КД как-то и идти на базу. Если будет хоста какая-нибудь, на низ выбежим. Нет, нету хосты. Печалька.
Вай, там что это такое, лоу хп там такие, внизу тоже лоу хп стоят. Чалька. Чалька. Бредятина какая-то с этими курьерами. Там на хосте, да, Зевс? Ужас. На хосте Зевс. Но Зевс сейчас очень много прогуляет. Экспы. А он еще на топе решил поддушить. Нормально, фармим. А, заберет Зед, да? Заберет. Ну, пока фармим, пока Зевс дает. И пойдем на базу, как сольем все кдшки. Ребята душат там. Ну, тяжко будет, парни. Куры нету. Стики есть, а сейчас сапог, дай бог, выфармлю. По кайфу. Бредятина, конечно, с курой максимальная. Максимальный бред, парни. Хорош. Ты поехнулся. Хорош, но я много тут бустов взял. Гоу сапог. Найс, хорошо, я затарился. Ну, надо на базу, ребятки, чесать. 23 крипа, 3 минута, хорошо. Нормально подпарли. This courier is bad. Very bad. My bad. My bad. Кстати, я заметил, я сейчас нахожусь за скоржей, и оформление стоит центов. Вот это шуфл мод какой-то. Так, ну гоу. Есть у нас кура, стики. Кура, стики, это хорошо. И надо Зевса душить. Зевса надо душить, парни. КЗ вот так вот заберем. Хорошо. Go. Let's go. Ну ты ВТФ. Братец, what the hell? What the hell? 30 маны. На топе интересно, есть руна? Забирали руну на топе. Вардов нету, там нифига не видно. Вардов нет, нифига. Хорошо, есть ульта. Надо что-то подгангать, я так думаю. Руны нету. Кто на топчик? Там одного драгонслайва хватит. Очень опасно стоит Зет, на самом-то деле. Очень опасно стоит. Вай хорош. Вай хорош. Но Зевс там тоже поддушивает. Так, есть. Что тут фазы, как обычно, надо, да? 450. Ну, надо подфармить. Надо подфармить. Сейчас руна еще будет. Все в наших руках, ребятки, в этой карте. Там нет сильных игроков, по сути. Тут одни из сильнейших. Тут, по сути, второй слот более-менее плеет как-то еще. Бальтазар может, и я, в принципе. Остальных я, ребят, вообще не знаю, кто да как играет, в принципе. Кто да как играет. Так, на фазы есть, здесь там кура летит. Погнали. На базу надо идти, и ТПшечку. Погнали. Тут максимально надо активно пытаться играть. Я, жесть. Ой, сейчас он его разберет. Камон, хорош. Хорош. Рож забрал его. А спеку там, бедолагу, душат. Душат спеку. Интересно, есть у них там варды? Ты смока еще возьмем. У него Мидас уже, походу, у Зета, да? Вот сюда идет. Ну, сейчас попробуем. Подпоймать.
Там иллюзия. Понял. Иллюзия. Погнал, я в центр, Зевса надо душануть. Жалко, Юла нету. Юла жалко нету. Там у него доминатор. Бальтазар, как обычно, фанец. Фанится Бальтазар. Так, это Войдстоун надо купить сейчас в боковом магазе. Хорош, Бальтазар хотел застилить. Не даю, брат, не даю. Надо фармить. Я тут затащу. Наверное, затащу. Урса как будто союзный. Придятина тоже. Где тут Войдстоун? Спасибо. Если Бальтазар сейчас купит дагер сразу, это будет очень хорошо. Так, мид-тавер упал. Ну, это такое себе. Я не забрал его. Сколько у меня? 37 крипов, 8 минута. Очень мало, ребятки, но 4-0. 4-0 абсолютно ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем 4-0 не говорит. Там лейт. Оверсильный. Оверсильный лейт. Так что, хз. Так, Зевс, что, будем убивать тебя? Есть интересно, вард? Усревич пришел. Усревич. Урс побьем. Оу, щит. Он влево-право бегает? Я не думаю, не знаю, куда он пойдет. Пойдет. В целом пойдет. Почти есть юл. Давайте 50 крипов сделаем с мида. 50 крипов с мида. Хорош. Что там нанизу? Душит он. Жесть. У меня нету кнопок, брат. GG. Ой, болт прогулял. Болт прогулял. Ты что? Я убегу тут, по идее. Да, нет, убежал. Жестко. Ну, это помойно. Спек. Спек, why don't you use ulti? Мог же юзануть 140 маны. Или сколько? Подожди, 160 берет. 60. Я не знаю, сколько там должно брать. Зевс, блин, засранец вовремя пришел. Так, там на топе что-то весело. Вон, гоу, 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 гоу. 160 кост. Ууу, ничего себе ты. Ну нормально, нормально пойдет. Нормально, гоу, гоу, гоу. О, найс, отмени. Хорош, дальше можно. Хорошо. Let's go. Пойдет. Пойдет, подзадушили. Блин, нам идут тэшка падает. Ну, тэшку эту задушим сейчас. И ул есть уже. Next dagger. Next dagger. Хорошо. Че, рунку подождем, наверное, да? Подстакаем, рунку подождем. И надо этого, за это душить. Зет тут имба в этой карте. Имбалансный герой. Пока до ульты разожжется. И там еще войд. Надо даггер next будет. Хорошая руна. Хорошая руна. Давайте на базу сходим, наверное. Руна хорошая попалась. Можно с этой руной подгангать.
Там еще на X-Free стоит, надо лесочек колотить. Базу. Хорошо, с хостой сейчас пойдем. У Зевс что-то там в какие-то хп одевается. Найкс фулл фри стоит. Что там у Найкса? 0008 левел. Заберут они его. Хорош. Видели на базе этот кнопка? Блин, вот это что такое? Ладно, пойдет. Пойдет бы у Найкса искать. Аега? Серьезно? Нормально. Смока спали, нашли. О, там армлет. Ой, джи-джи. Ей, Зевс, да серьезно. Я Юл не стал давать. Печалька. А что Кен делает? Под тавр шел бы. Блин, вот они слаженно играют. Спектра вообще не играет у нас в игру. Ну, тут я не знаю. Спектра вообще не хочет эту игру играть. То есть она как бы даже ульт не, не жмакает. Я сейчас Юл зажопил, на самом деле. Ну, не знаю, они не играют тупо. Как вы хотите эту игру выигрывать, если вы не играете? Get ulti to second skill. О, GG. GG. Если так аргументировать, это GG. Это GG. Хорош. Чем, а что же фармить тогда, я хз, ребятки? Ситуация такая, что соло гейминг тут какой-то. Соло гейминг. Жесть, тут энши крутые. Да что такое? Что за дэмэдж? Что он такой лютый на эншите? Что-то какой-то крепенький эншит попался. Жижи. Да Бальтазар, наверное, себе стакал. А, ну да, вон деда отводит. Деда отводит. Зря я тут забираю, стою. Хорошо. Тут телепорт. Надо кого-то, короче, от этого. Что там Zed Travel купил, да? Это уже иллюзия. Ну вот, а что ты хотел? Найкс там вас, Найкс вас выиграет, если вы так играть будете. Максимально пассивно пацаны играют. Вот тут, мне кажется, сейчас будет. Стан, стан, стан. Хорош. Зед тут. Ну, с кентавром играем пока что, ребят. Не знаю. Максимально пассивные парни в команде. Что-то как-то фанятся, рофлятся. Там go. Там go. Там кто-то был. Кентавр зря так идет в наглую. Понял, Усревич еще. А что спел вас кидает there? Нифига себе ты, брат, даешь. Вот эта пауза. Пауза, GG. Так, догерочек, парни. Let's go. И надо солить. За это задушиваем.
Хорош. Что там Бальтазар фармит? Где? Спектра Бальта фармит. Все молнии. Что там Бальтазар покупает? Брат, ну это ГГ. Ты шо? Это GG. Это GG, бро. Сам справится. Пусть кушает. Найкс еще лесной, блин. Проблема серьезная. Спектра максимально пассивный игрок, ребята. Вообще жесть. 0-3-5. Парень просто не играет в Dota. Хорош. Зеус Токсик. Зеус Токсик. Жесть, вот это я слил. Войда, нормально так. Ну, типа, Бальтазар, наверное, расслабился. Хиназис затащит. Хиназис 83-ю карту миллион лет не играл. Бро, ну ты чё? Там жесть. Там Найкс еще фрифармит. Тяжело будет. Ну, сейчас мы знаете, что сделаем? Надо, короче, Аганим и Найкса я смогу. Через этот... Через рейдж убивать, в принципе. Там момчик он кидает. Главное не подставляться и все. Главное не подставляться. Don't worry. Не беспокойся, говорит. They will lose. 100%. Опа, вот здесь вот фармит Найкс. Фармит Найкс. Экспу дали. Очень важно эти моменты, ребятки, кстати, тоже понимать. Так, у меня даггер КД. Все, есть даггер. Хорошо. Гоу, стики в помойку. Стики в помойку. Хорошо. И берем Point Booster. Долго я раскачиваю ее, конечно, но... Что делать, парни? Зус. На виду. О, май бэд. От 40 будем душить. 5 versus 1. 5 versus 1. Нифига себе ты даешь, бро. Ну, я уже заранее направил там. Сори. Что там, Z идет дальше? Так, гоу. Че нет-то? От ТПшки сейчас задушим. Успеваю. Ахти Криса. Язеровская. Печалька. Не успел я. Так, у меня почти есть Аганим, да? Хорошо, давайте добьем. Что ли? Надо отходить, потому что раздамажит. И да, столько не кидай. Ах, ты успел, да? Хорош. Сейчас Аганим уже добьем, наверное, ребятки. Жесть, туманы нету. Ага, руна есть, хорошо. Спектра, хоть раз вы слышали ультимейт спектры? Я ни разу не слышал. Таким успехом можно пикнуть Найкса и стоять лесочек колотить. Но, видимо, Найкса забрали. Видимо, Найкса забрали, и парень, короче, решил отдохнуть. Отдохнуть. Видимо, Найкса забрали. За это он так афкашит. Так, сделаем. Там Бальтазар, Аллатар, даггер зря не берет Бальтазар, мне так кажется. Найкс, Пашер собирает. Пашер, там еще и Войд, они неужели спектра не понимают, что там еще и Войд, как бы, ну, в лейтгейме это будет очко просто лютейшее. Неужели он этого не понимает? О, Ахевич. Хорош. Хорош. Как Бальтазар начал играть-то. Как Бальта начал играть. Хорош есть. Хорош, забрали. Я на Б схожу. Опасно слишком. О, спектра первуль дала. Я ухожу. Жесткий Найкс там. Что там по руне? Нету рун, да? Хорош. Ну, минус спектра.
GG. Так, но есть аганимный. 950 чистого урона, ребятки. На 83-й карте это круто. 83-й это круто. Так, что там по КДАшкам? Ну, пацаны, у меня 17-й левел. Ничего не знаю. Тащить пытаемся. Ничего не знаю. Гоу. Сколько там, интересно, хп у кого? Надо прочекивать. Найкс, что мом включает, мне кажется, умирает. 940 хп. Так это типа прыжок и ультимейт. Это прыжок и ультимейт. На Войда. Войд не ушел. Брат, вернись. Ну, ты смотри, какая пачка крипов. Прям сладостно. Найкс, 1200, да? Эх ты, на Войде. Он, наверное, в Эншентов пойдет. Веншитов, наверное, пойдет. Давайте ТП-шку купим. Ой, хорош. Йо, поможи, поможи делать бабушке. Ну, Войд там. Сколько у Войда хп? 948 хп у Войда. 900 больше уже. 950 же чистого, да? У Зевса сколько? У Зевса много хп. Урса 1100. Урса тоже много. Сейчас на топ по-любому выходить будет. Хорош. Аккуратненько подсчитываем эту контору. Души Войда первым. Не достаю. Не достаю. Хорош, Найкс задушили. Хорош. КД. Откадышилось. Вискет Суск. Дабл килл. GG. Хорошо. Даже маяка личная Лина раздамаживает. Нормально, так сказать. Иллюзии. Давайте, может, вардингом займемся каким-нибудь, я хз. Z хп себе поднял. Так, есть ульта. Заблочим кэмп сразу, чтоб ничего тут никто не фармил. Че там надо вообще? Линка от Зевса, можно линку сделать. От Зевса можно линку сделать. Нормально, я тут подблочу. И лотар, вообще лотар хорошо зашел бы тут. Знаете, типа искать соло, выдергивать кого-нибудь. Z хп себе поднял немного. Давайте продадим ботлыгу. Тут лотар сейдж. И погнали. Там Найкс 1000 хп, да? Можно будет, знаете, бэкстеп, если поймает, станчика закинуть там и надушивать. Можно будет. Можно будет делать так. Хорошо. Отлично. Все там стоит злиться. В лесу. Урса в лесу. Мишки в лесу, знаете. Мишки на дереве. Хорошо. Так, хорошо. Че, может, пробежимся? Не, фармим тогда, что делаем. Зевс, полтора хп, огоним. Вообще не понимаю, если честно, почему мы тянем всю эту игру. Спектра. Короче, они решили поиграть китайскую доту. Китайская дота, это когда, я помню, китайцы все сидят на фарме, на таком, знаете, типа фармят. Фармят свои 900 слотов. И потом заходят, короче, и ломают всю контору. Были такие. Помню игры, видосы. Ой, это, если честно, не мой варик. Я люблю активную игру. А сейчас игра пассивная, причем еще лейт не на нашей стороне. Лейт вообще не на нашей стороне. Далеко не на нашей. Что там, лотар тоже, дагер. Плохо. Плохо. Оу. А что там такое? С руки задушим.
Хорош. Зет там с Тайгером. Аркадий, брат, не хейте, говорит. Бро, честно, не хейчу. Вот, ну серьезно. Просто так получается, что вы стоите ближе всех, товарищ. Просто ближе всех стоишь. Ближе всех стоишь, и все. О, кто-то пехнулся. Ой, хорош, зацепили. Но умирает, умирает. Сейчас тоже от кнопки. Хорош. Этот мидас кинуть. Не кинешь ты свой мидас. Не кинешь. Хорош. Мидас бежит кидать. Хорош. Так, ребят, ну очень хочется линку. Линка тут хорошо зайдет. А, арбы нету. Жесть. Baldazes is very toxic, swearing about mother. Это плохо. Это банлист. Сразу. Он манерничал. Он манерничал. Я бы забанил сразу на своем стриме. Ой, 1000 хп. Это в принципе... Вот так вот. Хорош. Отлично. Пока что плавненько, ребятки, работаем. Стараюсь тянуть, паровозить своих ребяток. Они очень так пассивненько, парни, играют. Но у Бальтазара фановая катка. А мы стараемся подпотеть, чтобы чисто на победку, как говорится. Сейчас на базу сходим и погнали. Бедный Войд. ХП нету нифига. Да, на 83-й карте, конечно, это имба. Ля, там Бальтазар разгневался. О боже, это просто GG. Это просто GG. Смоков нету. Регенимся. Найкс Даггер купил, надо быть аккуратнее. Б. Вот если я успею туда, будет очень хорошо. Но я мид задувать буду, я так понимаю, все равно. И задуем. Жесть, Энигму там своровали. Есть, но его спалили на кентавре. Кентавриху спалили. Б. Надо уходить, брат. Куда ты там прыгаешь? Там Найкс еще сейчас вылезет. Ой, джи-джи. Ну я вот-вот че максимально зашкварно. Вай, ю, фигах ты. И это джи-джи. И это гг. Вот вообще сейчас не в тему. Я кому отдал стрик? Войду отдал. Я вернулся, если честно. Блин, ну это жесть. Зевс, ульти, and you withhold, and you stay withhold, инви, жесть, бредятина полнейшая. Все, что я копил, я только что отдал из-за того, что пошел. Но я юл не успел там накинуть, не хватило мне кнопок. Я думал, я сейчас достану там, а там Войд прыгает, я уже не успеваю ничего даже. Одна 40 секунд, чилим. Чилим 40 секунд. GG. В принципе, я отыгрываю лучше, чем тут ребята в игре. Я считаю, что это один из главных моментов. Надо показать левел. В любом случае. Что там Z фармит, да? Ну, если честно, глупо, мне кажется, затягивать вот против... против Z, а против Найкса. Прикиньте, какой лютый пик. Мы это сейчас затянем. А, ты его никогда не убьешь, лол. Смотрите, что делает Бальтазар. Тиханул, называется. Отходи! Ой, GG. Ну, все, на этом катка за ребятки закончена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Как говорится. Он блэкхольнуть можно было его. То есть там дагер еще, кстати. Я могу, кстати, пойти попробовать подцепить его. Он сейчас будет фармить. По идее, если я там, ну, прыгаю, станю, ему там ГГ. Прыгаю, станем, ему там ГГ. А ему там, по идее, ГГ, если прыгаю, станем. Хорош.
Ай, GG, мне тоже. Уф, нет, я ушел. Ай, как хорошо купол он прогулял. На ульти, Войт. Войт на ульти. Хорошо. Войт меня попытался поставить, не удалось. Чё за аура на крипах? Чё за аура на крипах была только что? Вот та... Там Рошан, походу. Так, ну, колечки остаются, да? Зевс на миду. Зевса я, в принципе, с руки должен забить. Тупо бэкстеп, тык-тык-тык-тык-тык, и все, и до свидания. Сейчас на топ пойдет он, интересно? Бэкстеп, ульти сразу отдам. Где он? Шел он сюда, интересно. О, вот он. Вот так вот, а. Хорошо. Let's go. Поможи бабушке. Ой, хорош. Хорошо, ну тут этого пацана уже не буду цеплять. Вот даггер, да? Давай, Бальтазар. Хорош. МГБ. Гоу есть у меня линка. Пригодится ВС Найкса. Против вандов. Хорошо, в принципе, ребятки, равняемся. Равняемся. Немного пассивненько, но в целом пойдет. Ой, Блэк Холли. Хорош. Гоу-гоу-гоу. Да, недаром летел. Хорошо. GG. На базу, парни. Надо тревела еще взять. Грош. Maybe. Бальтазар там стакает, эншей не пофармить, бля. Пойдет. Кстати, фазы, по-моему, тут не разобрать, да? Что тут написано? Шива, Манта, Сэджи, Хелма, Персевранце, Бутс, Буст, Аркейн, Бутс, Блейд, Блейд, Шивас, нет, не разбираются фазы. Я хотел себе этот купить. Ребятки, хотел купить себе Тревела, не получится. Ребятки, не забывайте, что на канале есть еще другие игры с Бальтазаром. Рекомендую тоже посмотреть. Не забывайте также подписываться, ставить лайк обязательно, ребятки, кто смотрит эти игры. Всем, кому интересен данный геймплей. На 83-ю захожу редко, в основном, когда с Бальтазаром играем, только и все. Не иначе, парни. Но, надеюсь, такие геймплеи вам, в принципе, нравятся. Такие зарубы стримеров. Первую катку играли против Бальтазара, сейчас вместе с Бальтазаром. Но, как говорится, играем, душим, практикуем. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает, кто поддержит, ребятки. Не забывайте, что еще есть спонсорская подписка. По спонсорке вы можете смотреть видосы раньше и, конечно же, знать немного больше и, так сказать, принимать участие активное в развитии моего канала, ребятки. Спасибо всем от души. Каждому, кто поддержит, кто ставит лайк, парни. Респектум патронус, как говорится. О, вот, а их тут никого нету, да? Я вот тогда тэшку. Тэшку задушим, раз никого нету. GG. Да, все. Спектра из пассивного игрока превратилась в активку. Нормально. GG. Ну, Войд поймал там его, да? Погнали, зафармим кого-нибудь все равно. Куру надо забрать. И еще надо желательно Войда. Войда забрать было бы очень хорошо. Щит. Хорош. Печалька, что Вейда не забрал. Спека просто так сфидил. Никого по на карте на самом деле не вижу. Никого на карте не вижу. Внизу Найкс. Гол лайфстиллера попробую. Задушим. Сразу кнопки все отдадим ему. Надеюсь, он сюда идет. Или он не пойдет сюда. Куда не пойдет, да? Не пойдет. Печалька.
Вот это не зафармил. Тревела надо еще взять. Не себя запушил. Вообще, Роша, мэйби. Рошана. Бальтазар. Why not? Why not, Бальтазар? Why not? Рошана, why not? Рошан слабенький тут вообще на 83-й карте. Не знаю, как они играют 83-ю карту в эту. Вот вообще, Рошан тут такой слабенький, что я хз. Рошан максимально слабенький. Г, г. Хорошо. Это я тут напихиваю. Тейк. Жесть, там ребята друг друга мутят. Тейк. Я, конечно, как говорится, не аза на линии, но раздавать тоже можно такую катку. Так, ну по-любому где-то сейчас вот тут вот фармит кто-то. Я соло не пойду, мне страшно, честно говоря. Жесть, у меня мана не кончается, линку купил. Тут и линка, походу, другая в этой игре. Линка, походу, тоже другая. Линка, походу, тоже другая. Нету никого, да? Чалька. Я-то думал, что зацепим кого-нибудь. Оп, хорош. Не-не-не, меня не надо. О, потерялся. Потерялся бой. Вот он, вот он, вот он, бой, бегает в инвизе. Жесть, это что такое? У него там еще купол есть. Ужас. Жесть. Вот это Войт меня напугал. Напугал Войт. Я, если честно, его не видел. Не видел. Спасибо. Не знаю, почему Войт купол на меня не поставил, видимо, побоялся там ставить. Но это неопытность, конечно. То есть забираем ХГ. Вау, вообще по кайфу. Ребятки, ну подзадушиваем. Чуть-чуть команда собралась. Пока мешки, так сказать, на себе тянули, уже, в принципе, каточка заканчивается. Батакса. Ну, дизайнами батакс. Понимаю. Акс вообще у нас странный. Акс странный у нас катки. Ребятки, топ пошли, я пошел на руль. Давайте тревел купим. Тревел купим. Офигенный вот это, кстати, затар такой, знаете, ганг затар получается на линии. Ну, Бальтазар таки вышел, задушивает. Вай, вообще, хорош. Бальтазар задушивает. Так, гоу сюда. Сколько там? 400, да? Let's go. Тейк. Wait. Хорош. Хорош. Double damage. Кстати, да, нормальная тема. Гоу тэшку. Смело, мне кажется. Бальтазар там 50 секунд. Подождите, типа. Так, а кто это тут в лесочке? О, на Екс. На Екс-то проблема. Кстати. Это плохо. О, хорош! Вот это тайминг. Вот это тайминг. Вот это тайминг. Опа, а кого бить? Хорош, брат. Хорош, нормально делаешь. GG.
Кто-то тут на топе был еще, давайте. Я видел только что блеск на карте. Вон, вон, вон он, да. А, это иллюзия. Все, я понял. Я понял. А, вон и настоящий там же, да? Ах ты крыса. На мой в обход пойдем. Гоу, 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 брат. Оп, сюда. ГГ, вообще хорош. Хорош. Просто хорош. Хорош. Да еще хен мид. Я вообще ничего не делал тут в этой катке. Вообще. Давайте рефреш купим, парни. Через что рефреш собираю? А, через персик, да? Вот так вот, потом вот так и вот так вот, хорошо. Погнали, лотар продадим. Парни, персик купим. Два ульта будем давать. Я видел такое на топ ТБ, если что. Да, на топ ТБ такое видел. Я помню, это юзали еще. Это профитно, импактно. Профитно. Ну, вы поняли, да? Бинды перепутал. Боже. И вот меня просто говной закидают за этот мув. Просто говной закидают. Бинды перепутал, четверку случайно нажал. Ну, нервишки, пацаны, шарят, как говорится. Ладно, подождем. Видел, так, видел такой в топ ТБ, говорит. Понимающий, знающий. Все знающий, как говорится. Я помогу, бро. Ждем. Ничего страшного, быстро кадешься все равно. Так, тут можно вот тут вроде пройти, да? Жалко, лотара нету. О, щит, я далеко. С руки бей. Хорош. Эджи. Вот так вот, пацаны, рефреши юзаем. Рефрешер мой, моя жизнь. Рефреш, это моя жизнь. Рефреш! И нажал на базе, короче, вы поняли, да? Слушайте, на самом деле это была многоходовочка. Это была многоходовочка. Ой, я как на 83-й делаю. Ах ты. Смотри, что делает псих. Хорош, аж не Крис. Бульбазавр умер. Хорош. А, жить, жить, плиз. 60 хп. Ой-ой-ой. Вообще жесть, что за дела. Хорош, господи. Нормальный рефреш, пацаны. Главное, рефреш в кармане. Ух. Хорошо. Главное, рефреш в кармане. Написал, что юзнул на базе, короче, но не в драке. Чисто случайно. Но спектра на самом деле тут заобузила, считаю, ПТС, потому что тут максимально пассивная катка была от спеки. Жесть, у меня рефреш так и не откатился еще, пацан. Где пробафаем все, будем тушить. Стой, куда побежал? Прям под колодцем пацана задушил. Прям под колодцем. Ребят, ну этот рефреш просто выиграл катку на самом деле. Смею, ну просто, ну глупо не согласиться, серьезно. Глупо не согласиться, я так думаю. Изи, как говорится, рефреш. Нифига Войт там пугает прыжками. GG. GG, хорошая катка. Жалко, конечно, жалко, ребятки, что не юзнул я рефреш. Ну да ладно, что можно сделать тут? Ребятки, не закидывайте говном за такой рефреш, но ничего страшного, заюзали мы. Что ж, ребятки, не знаю, как эта катка вам понравилась или нет. Давайте зайдем к Бальтазару сейчас, посмотрим, что у него там творится на стриме. Что там, GG напишем, как обычно. Where is the Baltazar? И... GG! Балтакару! Ох, тут Бальтакару. Write something, man. Write something, bro. Something creative, bro. We are waiting for Frosty to be creative for next game. Жесть.
XN, bro, let's go one more game. Let's go one more game, говорит Бальтазар. Ребятки, let's go one more time. Ну, на следующем видосике вы увидите, что мы снова играем с Бальтазаром, поэтому не забывайте, смотрите. И смотрите, кстати, еще снизу там написано, какая первая, вторая, третья или какая там игра. Isaac, let's go. Let's go. Let's go.